2012 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межрегионального значения и искусственных сооружений на них предусмотрено 474 миллиона рублей. В том числе реконструкция мостового перехода через реку Веневка автомобильной дороги Венев-Серебряные пруды в Веневском районе Тульской области. Заказчик государственного учреждения Тульской области Тула-Упродо, подрядчик ЗАО «Трансресурс». Сумма по контракту 87 миллионов рублей. Выполнение с начала года составило 2 миллиона рублей. Ожидаемое выполнение июля – 3 миллиона рублей. Реконструкция автомобильной дороги Лопатково-Ефремов путепроводом через железную дорогу Москва-Симферополь в Щукинском районе Тульской области. Заказчик государственного учреждения Тульской области Тула-Упродо. Подрядчик ООО «Толус». Сумма по контракту 71 миллион рублей. Ожидаемое выполнение июля – 18 миллионов рублей. Строительство объездной дороги в промышленную зону города Советска в Щукинском районе Тульской области. Заказчик государственного учреждения Тула-Упродор, подрядчик Интердорстрой. Сумма по контракту 147 миллионов рублей. Ожидаем выполнения июля 14 миллионов рублей. Оставшиеся денежные средства идут на разработку проектно-сметной документации и корректировку проектов и экспертизы. В настоящее время идет подготовка Тула-Упродором аукционной документации. На ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального значения искусственных сооружений на них выделено 1 миллиард 882 миллиона рублей. В рамках государственного задания государственного учреждения Тула Автодор формирование на текущий год составило 1 миллиард 65 миллионов рублей. Выполнение по ремонтным работам 106 миллионов рублей, в том числе за май 41 миллион рублей, за июнь 63 миллиона рублей. Тула-Автодор заключен государственный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 710 миллионов рублей. Выполнение составило на 1 июля 2012 года 35 миллионов рублей. Ожидаемое выполнение июля 161 миллион рублей. Оставшийся объем средств по плану в размере 107 миллионов рублей готовится аукционной документации на выполнение ремонтных работ по трубам, разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы. На содержание дорог выделено 644 миллиона рублей. С начала года по заключенным договорам с подрядчиками организациям по государственному заданию, выданному государственному учреждению Тула-Автодор, предъявлено к приемке 273 миллиона рублей. В текущем году муниципальным образованием области выделены субсидии в размере 544 миллиона рублей, в том числе на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, проезд в дворовом территории многоквартирных домов населенным пунктом 181 миллион рублей. Заключено соглашение с 25 муниципальными образованиями, общее количество объектов 258. Работы ведутся на 87. Выполнение с начала года по данной программе составило 55 миллионов рублей. По муниципальным образованиям Славный, Новогуровский выполнено уже на 100%. Ефремовский, Плавский, Чернский, Щекинский районы выполнили более 45%. Новомосковск, город Тула 30%. Алексинский, Ленинский 20%. В остальных муниципальных образованиях работы начаты или идут с составлением графика. Причина отставания – слабой работы по организации аукционов в муниципальных образованиях. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 181 миллион рублей выделено. Заключено соглашение с 27 муниципальными образованиями на 125 объектов. В настоящее время в работе находятся 42 дороги, выполнение составило 92 миллиона рублей. По муниципальным образованиям Славный, поселок Новогуровский, выполнен на 100%, Алексинский район 80%, Ефремовский, Заокский, Новомосковский, Ясногорский район более 60%. Кимовский, Плавский, Чернский, Щекинский районы, город Тула 40%, Алексинский, Узловский район 20%, Донской 5%. В остальных муниципальных образованиях работы не начаты или идут с отставанием от графика производства работ. Причина отставания в организации работ в муниципальных образованиях. Проектирование и строительство реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сети автомобильных дорог общего пользования. Выделено 181 миллион рублей. Заключены соглашения с 14 муниципальными образованиями на 25 объектов. В Киреевском районе торги проведены. Ленинский район объявлен аукцион. Город Новомосковск заключили договор на проектирование. Веневский, Узловский, Щекинский район также планируется начало работ с участием федерального бюджета. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Росавтодоре.
В Белевском районе заключен договор на корректировку проекта. По муниципальным образованиям Воловский, Ефремовский, Заокский, Адоевский, Суворовский, Теплогоревский и Ченский районы идет подготовка аукционной документации к торгам. Причина отставания – слабая работа по организации проектно-сметной документации в муниципальных образованиях. В редакции закона от 15.06.2012 года по ассигнованиям дополнительно предусмотрено 369 миллионов рублей на выполнение субсидий бюджета муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. С 27 муниципальными образованиями Тульской области заключено соглашение на сумму 322 миллиона рублей по 185 объектам с софинансированием муниципалитетов на 129 миллионов рублей. В настоящее время в работе находится 55 объектов. Сумма выполненных работ с учетом софинансирования по состоянию на 9 июля 2012 года составляет 116 миллионов рублей. Полностью выполнены работы в поселке Славном, Богородицкий район, Новогоровские работы выполнены более чем на 80%. Арсеньевский, Веневский, Ефремовский, Новомосковский, Чернский, Щекинский районы, город Тула работы выполнены более чем на 40%. В Алексинском, Дубинском, Заокском, Куркинском, Ленинском, Теплогоревском, Узловском, Весногорском районе и город Донской контракты заключены с подрядчиками. Подрядчики вышли на работу и набирают темп. В Белевском, Воловском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Адоевском, Плавском, Суворовских районах имеется отставание от графика. Также заключено дополнительное соглашение на сумму 7 миллионов рублей с Ефремовским районом, на 10 миллионов рублей с Алексинским районом. Готовится дополнительное соглашение с городом Тула на сумму 30 миллионов рублей. Работы ведутся по всем программам в активной фазе. Перед всеми заказчиками и подрядчиками поставлены задачи по четкому выполнению сроков реализации и качеству выполняемых работ. Контроль осуществляет государственное учреждение Тула-Упродор, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также инициативные группы из граждан.